вот такой вот Вестфилд Центр. Тут такие какие-то барчики, магазинчики. И куча-куча магазинов. Я по ним не хожу. Я показала, какие магазины я, в принципе, посещаю. Это Маркс и Спенсер, ТК Макс и Джон Льюис. Все остальное это как бы не для меня. У меня нет времени ходить по ним, что-то искать в каждом магазине отдельно. Мне надо, чтобы все эти магазины были в одном месте. Поэтому это как раз вот Джон Льюис. Там абсолютно все, ну, в основном, есть все фирмы, которые мне нужны, по крайней мере. Warhouse есть, там Geox. Victoria's Secret. У меня нету столько денег на такое белье. Монсун, да, Монсун иногда посещаю. Аксессуары тоже. Пандора, да. Там ювелирка. Ну, Примарк еще, да. Примарк, в Примарке я покупаю базовые товары, Basic называется. Это трусы, носки, лифчики иногда, футболки. О, кстати, мне нужны футболки, пойду посмотрю. Но, наверное, я не смогу заснять. Конечно, всякие рубашки, штаны, юбки, платья. Это не мой уровень. Качество совсем галимое. А стоит, в принципе, ну, в два раза, может быть, дешевле, чем Джон Льюис. Но в Джон Льюисе такие ткани, такое качество, что с Примарком, конечно, не сравнится. Но зато тут много молодежного такого стиля. А вот футболочки, которые мне нужны. Lost in the Moment. Это прям про меня. И стоят они 2,50, как всегда. Так, мне нужно что-нибудь или с Лондоном, или с буковками. Ну вот можно Lost in the Moment. Это что у нас тут написано? Icon. Take a compliment. Вот. Возьми свой комплимент. А вот. Что-то типа Лондона. С Лондоном. Love London. Сейчас на мой размер есть Love London. Элька. Элька. Или М-ку. Лучше М-ку возьму. Я люблю в обтяжечку. Эти якоря. Ну, как-то оно потрепанно уже выглядит. Что еще какие есть? Футболки. Наверное, Lost in the Moment. А, не все. А вот одна Элька и осталась. Элька. А М-ки нету. Тогда не буду. В другом магазине, может, возьму. Вишенки. Здесь я часто покупаю дешевенькие очки. Вот по 1 фунту. А что на них тратится? Я привезла сейчас свои. И они у меня в багаже сломались. Такие же вот за 1 фунт. Ну, вот за 2 есть. Эти мне, может быть, и пойдут, надо померить. А, вот такие какие-то у меня были. И они нормально, на год точно хватит. Если не сломаются, как у меня, а то и больше. И бижутерию. Какие-то. Вот этот мне понравился очень за 5 фунтов. Я ж люблю все жемчужные. Ободок. Ну, мне, конечно, такие ободки не идут. Чувствую себя, как это, Russian Doll называется. Где-то у меня щечёлка. Так, ну и очки. Ну, как я вам... Все, батарейка садится, больше не записываю. Так, ну ладно, очки просто посмотрим. Вот так, ничего. Найду за фунт. Безумное количество бижутерии. 2 фунта, куча сережек всяких, такие вот за 3 фунта. Ну все, кольца в основном. Тут я жемчуг где-то покупала. Ну в этом нет, может быть где-то в другом месте.
не знаю, сумки, куча всего. Куча всего, но все такое не очень качественное. Вообще сожрались, я бы сказала, здесь очень много всего. Из-за одной майки, футболки я решила не стоять, поэтому пошла я дальше. Посмотрим, что там. В другой раз зайду в Примарк, если еще очки найду или бижутерию, тогда все сразу куплю. А так сейчас из-за одной майки стоять в очереди и терять на этом время не хочу. Как-то так. Тут H&M, Тейт Миддлтон, любимая фирма. Ну так, это по приколу, конечно. И мы выходим из Вестфилда в сторону Стратфорда. И идем в сторону Стратфорда через вот такой огромный мост, который идет над всеми железнодорожными путями. Тут и железная дорога, и метро, и оверграунд, и DLR. Все это транспорт. И вот тут мы уже выходим на станцию Стратфорд. И вот под этой рыбьей чешуей, я ее называю рыбья чешуя, находится старый шопинг-центр, куда я сейчас и направляюсь.